Что теперь делать? Ты ранен? Просто царапина. Что будем делать с телом? Я придумаю, как его спрятать. Встретимся в штабе флота. Сначала займись своей раной. Ладно. Будь осторожен. Знающий тебя в лицо пленный японец сбежал? Как это произошло? Ночью залаяла собака. Я вышел проверить пленника, но сарай был уже пуст. Его зовут Вакасей Сайдзо. Он был в расстрельной команде и узнал меня. Если он успел в последний паром до Гонконга, сейчас он в Шибао, а утром будет в Коулуне. Он ранен в голову. Я уже сообщил Танфену его приметы. Я отправил наших людей следить за причалами. Если повезет, мы его перехватим. Зять, а если он проскочит мимо них, что тогда? Сяофэн, немедленно сообщи нашему товарищу из военного правительства. Если этот солдат доложит своему начальству, его быстро разоблачат. Хорошо, сейчас. Уже поздно. Где ты ходишь? Я был в акционерном обществе, разбирал отчеты и немного задержался. Правда? Я думал, что работать в акционерном обществе легко. Не ожидал, что ты будешь настолько занят. Говорят, ты с ним... Отлично, ладишь. Когда Ячун попросил оставить тебя при нем, я согласился. Ты знаешь зачем? Ты должен был следить за каждым его шагом, чтобы я всегда был в курсе его дел. Ты это сделал? Нет! Знаешь, что я больше всего ненавижу? Я могу простить врага, но предателя никогда. Предатель, изменник! Говори, почему ты так поступил? Сейчас ночь. Кто тебе звонит? Постоянно раздаются таинственные телефонные звонки. Правда? Таинственные. Ночью. Таинственные звонки. Таинственные. Сяо-Джуан. Ты должен обратиться на телефонную станцию.
Да. Не беспокойтесь. Я буду наблюдать за Ячуном. И доложу о результатах. Господин, что? От моего источника в прессе я только что узнал, что Киёдзуми прослушивает все телефонные и телеграфные станции Гонконга. Плохо. Зять, ты позвонил? Да. Но там не взяли трубку, так что я не смог предупредить. Что будем делать? Погодите. Лавэй, Танфэн. Помните, как мы раньше предупреждали товарищей? Объявлением. Лао Вэй, отправляйся вместе с Сяо Фэном. Понял. Иду. Здравствуй. Ячуна нет дома? Очень чисто. Не пылинки. Поскольку Ячуна нет дома, юная леди, давай побеседуем. Хотите какой-нибудь напиток? Я принесу. Нет, ничего не нужно. Юная леди, чем ты обычно здесь занимаешься? Раньше я помогала Ячуну с работой. Сейчас я приношу ему еду и выполняю оставленное им задание. Ты рассчитываешь и дальше быть рядом с ним? Я останусь здесь, пока буду ему нужна. Если он перестанет во мне нуждаться, я уйду. Юная леди, ты его любишь? Да. Хорошо. Мне нравится твоя честность. Вы хотите, чтобы я его покинула? Не выдумывай. Ячун потерял мать, когда был маленьким. Так что он не способен на яркие эмоции. Но к тебе он привязался. Он очень изменился благодаря тебе. Мы изменили друг друга. Изменили друг друга. Раз его нет дома, я тоже пойду. Надеюсь, мы еще встретимся. Чем занимаетесь? Мы тайком сфотографировали кодовую книгу в штабе флота. Сяо Джун промывает снимки. Ячун, твой приемный отец приходил. С какой целью? Он задал мне несколько вопросов и ушел. О чем он спрашивал? Чем я обычно занимаюсь? Люблю ли тебя? Я сказала, что да. Ячун! Почему кодовая книга — это сборник танской и сунской поэзии? Разве вы с Сандалом использовали не ее же?
Новая кодовая книга японцев такая же, какой пользовались ты и Сандал. Много ли известно Киёдзуми? Это похоже на ловушку. Что-то не так. Сандал был убит в Шанхае, а его кодовая книга пропала. Но строку из цикады. Сандал сам тебе сказал? Ерунда. Не стоит волноваться. Чтобы разобраться, что происходит, нам нужен полный текст шифрограммы. Я обедаю вместе с Киёдзуми. Мне пора. Ячун, ты уже некоторое время в Гонконге. Задумывался ли ты о своем будущем? Ты член семьи Киёдзуми. Я лично тебя вырастил. Я знаю твой потенциал. Но в крохотном отделе телекоммуникаций Гонконга у тебя нет перспектив. Если у тебя есть планы на будущее, я готов тебя выслушать. Я последую туда, куда вы скажете. Отлично. Давай. Генерал, а где Джунко? Она занята, но скоро придет. Вот она. Похоже, что-то ее разозлило. Что случилось? Расскажи, что у тебя произошло? Отец, мне непонятно, почему Миямото отправили в поддержку мониторинга? Он отстранен? И еще не объяснил своих ошибок. Да, ты права. Миямото совершил ошибку, но именно поэтому я должен дать ему шанс исправиться, не так ли? Более того, хотя Миямото совершил ошибку, сам он никаких подозрений не вызывает. Вы понимаете, о чем я? Да, вы правы. Как проходит операция мониторинга? Прошлой ночью мы перехватили подозрительный сигнал. Мы предположили, что это действуют антияпонцы. Когда мы прибыли на место, чтобы их схватить, Миямото даже никого не допросил, а просто застрелил всех подозреваемых. Отец, разве подобный человек подходит для ответственной должности? Это был мой приказ. Почему? Какие у Миямото способности и методы допроса, думаю, ты знаешь не хуже меня. Он применяет разнообразные пытки. А какова цель? Воздействовать на тело, чтобы сломать волю врага. Но что происходит в Гонконге? Разве китайцы прекратили сопротивление? Разве их подпольные организации уничтожены? Но допрос — это базовый процесс. Если основной процесс не работает, мы должны его отменить. И заменить новым механизмом. Таким путем мы сможем получить новые результаты. Как пример, мониторинг телекоммуникаций. Но я слышала, что ты поручил Миямото еще и другую задачу. Какие еще ходят слухи? Можешь рассказать? Он планирует схватить осеннюю цикаду. Ячун, до тебя доходили эти слухи? В гонконгских спецслужбах постоянно ходят разговоры о поимке осенней цикады. Не думаю, что это соответствует действительности. Но они... Джунко, ты же не любишь, когда за едой говорят о работе. Мы не так часто обедаем все вместе. Отвлекись ненадолго от работы. Да, отдохни от всех дел. Вы упорно трудились и, наверное, переутомились. Сейчас все оборудование смонтировано. Джунко,
Завтра ты должна отдохнуть. Ячун, ты тоже? Хорошо. Джунко, завтра твой день рождения. Какие у тебя планы? Точно, я и забыла. Брат Чун, хорошо, что ты помнишь. Конечно, помню. Как насчет вечеринки? Мы не любим шумихи, так что вечеринка будет скромной. Нет, если уж праздновать день рождения, то с размахом. Мы пригласим всех гонконгских друзей. Думаю, можно собраться в банкетном зале отеля Мацубара. Пусть будет шумно и весело, Джунко это любит. Спасибо, отец. Брат Чун, ты уже придумал, что мне подарить? Ешь, это секрет. Нет, я хочу знать прямо сейчас. Здесь нас только трое, расскажи. Джунко, Ячун с самого детства любит хранить секреты. Возможно, завтра вечером он преподнесет тебе сюрприз. Вы хорошо меня знаете? Это секрет, но будь уверена, я тебя не разочарую. Тогда ладно. Давайте. За приятный сюрприз. Вечер был полон событий. Неожиданное убийство Сато еще больше осложнило ситуацию. И еще Киодзуми имел беседу с Сяо Джуаном и Хэйин. Разговор за обедом был ничем иным, как проверкой. Завтрашняя вечеринка давала Ячуну единственный шанс получить полный текст радиограммы. Как прошло? Я предложил устроить вечеринку для Джунко. И Киодзуми согласился. Он предложил провести ее в отеле Мацубара. Завтра на приеме я получу полную информацию. В нужное время жди меня в переулке, куда выходит задняя дверь отеля. Я передам тебе информацию. Еще ты должен помочь мне отослать Хэйин. Почему ты хочешь ее отослать? Боюсь, у меня не хватит сил ее защитить. Что ты ей скажешь? Скажу, что это особое задание партии, что она должна отправиться в Яньань. Она поверит? Я сделаю так, что поверит. Когда ты получишь информацию, вместе с Хэйин идите к Чечену. Попроси его организовать отправку Хэйин и донесение. Ты должен сказать Чечену, что осенняя цикада — это я. Почему ты поручаешь это мне? Я не могу напрямую с ним контактировать. Сяо Чун, у меня плохое предчувствие. Где ты спрятал тело Сато? Вдруг кто-нибудь его обнаружит? Я уже все устроил. Пусть повторится история с Тао Джунбо. Скоро Миямото будут разыскивать по всему городу. Что-то ты темнишь. Ты должен мне рассказать, в чем заключается план. Миямото вернулся. Он примкнул к Киодзуми. Сейчас Киодзуми руководит сухопутными силами и флотом, а еще экономикой. Сато его терпеть не мог и хотел втянуть Миямото в противостояние с Киодзуми. Всем в военном правительстве известно, что после отстранения Миямото возненавидел Сато. С магнитофоном и какой-то личной вещью нетрудно будет создать иллюзию в комнате Сато. И разве будет Киодзуми тщательно расследовать смерть врага номер один? Это логично. А ты уверен, что все пройдет по плану? Сейчас решающий момент, а ты такой нерешительный. Я не нерешительный. Просто в последнее время слишком много неожиданных событий. Я за тебя боюсь. Завтра в 8 вечера ты должен быть в нужном месте. Я передам тебе информацию. Ты поможешь мне вынести ее оттуда. Если получится, то мы не напрасно провели здесь 2 года. Японцы хотят нанести контрудар. Это знак нашей близкой победы. Поверь, наше задание будет выполнено.
Ладно. Завтра в 8 я буду ждать тебя у черного входа отеля. Отлично. Сяо Джуан уже ушел? Да, только что. У нас есть новый план? Не новый план, а новое задание. Тебе необходимо уехать. Мне? Организация хочет отправить товарища в Яньань с важным донесением. В Яньань? Да. Организации нужен новый человек, обладающий твердыми убеждениями. Мы с Сяо Джуаном прикинули и решили, что ты подходишь лучше всего. Когда нужно ехать и когда я смогу вернуться? И в чем будет заключаться моя задача? Завтра вы с Сяо Джуаном пойдете к Чичену. Чичен пошлет кого-то из 9-го отряда проводить тебя в Гуанчжоу. Оттуда ты направишься в Чунцин и, наконец, в Яньань. Донесение я передам Сяо Джуану. Завтра? Но мне нужно собраться. Возьми с собой немного вещей. Это будет долгое и трудное путешествие. Тогда пойду собираться. Помоги маме сортировать овощи. Вот, отложи мелкие. Оторви испорченные листья. Мальчик мой, ты уже такой взрослый. Скажи, почему ты грустишь? Мальчик мой. Передо мной стоит слишком много проблем. Я не знаю, что делать и как правильно поступить. Я боюсь допустить ошибку. Я не должен ошибиться. Я знаю, что тебе тяжело. Но ты обязательно справишься. Придерживайся своих убеждений, как твой папа. И как я.
мама! Заучи наизусть кодовую книгу. Когда будешь в Яняне, перескажешь ее кому надо. Не ошибись ни в одном слове. Завтра днем приходи по этому адресу. Мне нужна твоя помощь еще в одном деле. Хозяин, господин, платье, что я заказывал, уже готово? Готово, одну минуту. Как вы просили, дорогая ткань и искусный пошив. Отлично. Упакуйте. Будет сделано. Спасибо. Хаин, прости за ожидание. Ничего. Держи, это тебе. Это мне? Спасибо. Что там? Я купил тебе ципао. Тебе понравится. Иди переоденься. Тебе очень идет. Садись. Мастер, вы переоделись в ципао, хорошо? Госпожа, сидите так. Хорошо, немного ближе. Готовы? Госпожа, улыбнитесь. Войдите. Папа. Сколько красивой одежды. Нравится? Очень. Папа, как ты думаешь, в чем мне пойти? В этом или в этом? В том, что на тебе. Да. Оно больше подчеркивает твой характер. Ладно. Это просто день рождения, но у тебя на лице такой восторг, словно ожидается свадьба. Папа, не смейся надо мной. Пусть это вечеринка по поводу дня рождения, но брат Чун хочет праздновать вместе со мной. Просто девушки хотят быть красивыми для тех, кто им нравится. Да. Каждый день я в военной форме. Свою одежду надеваю очень редко. Естественно, мне хочется принарядиться. Скажи мне, ты действительно его любишь? И готова выйти за него замуж? Конечно. Это мое самое большое желание. Если я выйду за него, моя жизнь полностью изменится. Я действительно этого хочу. Я никогда тебе не говорил,
Но я чувствую вину за то, что втянул тебя в войну. Но я тебе обещаю, когда война закончится, у тебя будет самая роскошная свадьба всем на зависть. Спасибо, папа. Папа, брат Чун тоже будет так же счастлив? Девушка из семьи Кёдзуми – самая лучшая на свете невеста, которую он может найти. Позволь помочь тебе с цепочкой. Готово. Говори! Говори! Майор, это последний из 15 подозреваемых, арестованных по данным отдела мониторинга. Отпустить остальных? Всех ликвидировать и снова допросить 15-го! Есть! Скажешь? Я ничего не знаю. Спрашиваю последний раз. Будешь говорить? Я ничего не знаю. Майор Миямото! Что? Я не могу найти генерала Сато. Вчера вечером он отправился в клуб Пиндзян и велел заехать за ним в 9 часов. Когда я приехал в клуб, мне сказали, что он напился, и его увезли. Дома его нет. В военном правительстве тоже нет. Понял. Иди. Есть! Знаешь, брат говорил, что в Гонконге снег бывает раз в несколько десятилетий. Как ты думаешь, в Яньань сегодня тоже идет снег? Возможно. Там холоднее, чем здесь у нас. Возьми с собой побольше одежды. Не беспокойся. Я не останусь там надолго. Я побыстрее выполню задание и вернусь к тебе. Хэйн. Я должен сказать кое-что еще. Когда ты выполнишь задание, не возвращайся сюда. Почему это? Успокойся. После выполнения задания жди меня там. Когда я выполню свое, я к тебе приеду. Если тебя не будет рядом, я не справлюсь. Там будут другие товарищи, которые будут тебе помогать. А какое задание у тебя? Об этом я не могу тебе рассказать. Тогда я не буду спрашивать. А вечером ты проводишь меня? Да, обязательно провожу. Тогда не буду тебя задерживать, пойду домой. Хорошо. Хэйн! Что? Ничего. До встречи. До встречи. Зусан, да, фэн, фэй, да, чи, ши, хуан, вен, му, чин, тен, лан,
Майор Е, отнеси это в отдел радиоперехвата, а я побуду здесь. Есть! Из-за подозрений Киёдзуми, Ечун должен был ограничить контакты с ним. Но он обладал информацией, ради получения которой Ечун и прибыл в Гонконг. И теперь у осенней цикады был отличный шанс получить нужную информацию. Джунко. Я красивая? Брат Чун, спасибо за все, что ты для меня сделал. Не за что. Знаешь, отец согласен, чтобы мы были вместе. О чем ты думаешь? О том, догадалась ли ты, какой подарок я для тебя приготовил? Разве каждый год он не одинаковый? В этом году другой. Папа, спасибо. Сегодня эта сцена для тебя. И все эти гости пришли ради тебя. Потому что сегодня твой день рождения. Джунко. Поднимись и скажи что-нибудь гостям. Спасибо всем. Спасибо, что присоединились к моему празднику. Особая благодарность моему отцу. Он самый уважаемый мной человек и выдающийся солдат нашей империи. Что ты здесь делаешь?